удивляюсь я узбекам. Вот, дамы и господа, товарищи друзья, узбекские пословицы, поговорки собрала и перевела И.В. Боролина. И вот среди этих пословиц, почти в самом конце, кстати, главная пословица: человек – зеркало человека. Что пословица? Человек – зеркало человека. Решение себя, познание задачи. Им не понять века. Это значит, что крупицу разума не наскрести. Во всех их странных сусеках. Впрочем, это непонятно. И для каждого в мире чудака. Да. Конечно. Припомнится это еще узбекам. Это неспособность понять их великую, мудрую пословицу.